Ну и все-таки, вы знаете, неделя у нас пасхальная. В этом году так совпало, что и по христианскому, и по еврейскому календарю Пейсах, да, тоже вот в это же время проходит. Западная традиция там чуть срок сдвинут, восточная традиция завтра, да. Вы знаете, все бегают сейчас, все покупают. Вчера в магазин пришел, там яйца скупают, куличи скупают, вот, потому что Пасха, да, вот. Так что Христос воскрес, родные. Одному человеку сказал в субботу было служение, вышел служение, идет человек знакомый, говорю, Христос воскрес. Он так глянул на меня, так завтра же. Так вот, послушайте, Христос, Он и не сегодня, Он и завтра, Он воскрес 2000 лет назад. Для того, чтобы каждый вообще наш день, и сегодняшний, и завтрашний, каждый день нашей жизни могли жить в реальности Пасхи Христовой. Я не буду вам проповедовать и рассказывать, что такое Пейсах или что такое Пасха, напоминать вам события выхода евреев из Египта, когда этим кровью Агнца окропили они двери, и ангел-губитель прошел мимо, все были первенцы поражены, а еврейские дети были спасены, и это предвосхитило исход их. Не буду об этом рассказывать, потому что только что рассказал. Вот. Но мы с вами также... как бы не будем говорить сейчас о том, в какой правильно традиции, правильно нам по-еврейски Пейсах праздновать, или правильно нам Пасху, воскресенье, суббота, что правильно, что неправильно. Я просто открываю первое послание Коринфянам, и сейчас я вам прочитаю вообще, что правильно для Пасхи. Может быть, некоторым, немного времени потрачу, может быть, некоторым это не покажется слишком такой празднично-пасхальной проповедью, но я читаю то, что написано. Пятая глава первого послания Коринфянам. Глава-то не веселая на самом деле. Кто из вас Библию читает, помнит, о чем вообще эта глава. Когда апостол Павел так всыпал Коринфской церкви за блудодеяние и за отношение церкви к этому блуду. И именно здесь, в этой главе, в этом контексте, смотрите, что апостол Павел говорит, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Итак, очистите старую закваску. Продолжай. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Пятая глава 1 Коринфянам, 7-8 стих я прочитал. Во втором послании Коринфянам, во второй главе апостол Павел говорит, что Бог всегда нам дает торжествовать во Христе Иисусе. Всегда. То есть на самом деле те праздники, которые по Ветхому Завету и по закону Моисееву совершались с периодичностью раз в год, для нас сегодня они исполнились Христом и становятся для нас постоянным состоянием нашим. Мы всегда имеем, должны эту Пасху. Нам кровь Иисуса нужна не только раз в году. Это жертва ежегодно приносилась за грех народа для того, чтобы на год дать какую-то преференцию, там еще очищение греха. Но Иисус принес себя в совершенную жертву. И эта жертва его действует не раз в году, а действует теперь всегда, то есть однократным приношением навсегда сделал нас святыми этой своей жертвы. Поэтому просто сегодня мы можем говорить об этом для чего? Потому что вы столкнетесь с этими разговорами. Вы у себя в семьях, вы, может быть, в общении со своими родными, в своих трудовых коллективах, вы столкнетесь сейчас с куличами, с яйцами и со словами «Христос воскрес» и правильным ответом «Воистину воскрес». Но я хочу, чтобы мы, как церковь, разумели вообще, а Богу какое нужно празднество? И если даже мы хотим научать людей в этом мире, чтобы мы научали не столько с точки зрения, что яйца надо красить или не надо красить, и кто там что начинает доказывать. Слушайте, дело вообще не в яйцах и не в куличах. Да, там это языческие вещи, которые пришли, или там есть вера, что вроде и в христианстве это как-то проявилось. Там. Послушайте, не это является центром Пасхи. Центром Пасхи является то, что Пасха наша – Христос. Он вообще Пасха, уж точно не кулич. И даже не шашлык. Некоторые говорят, нет, куличи неправильно, потому что Пасха, ну там написано, да, что Пасха – это вот этот агнец, поэтому надо вот жарить мясо, это будет Пасха. Послушайте, Христос Пасха, аминь. Теперь что же? Ну, Пасха, он. И что дальше? В чем? В чем наш праздник, в чем причастность? Так вот. Он заклан за нас, и поэтому
станем праздновать. По какой же традиции станем праздновать? Тут вообще нет ничего о традиции. Но тут есть о чем-то более важном, видимо, раз это говорит Писание. Станем праздновать не с закваской порока и лукавства. Давайте вот эти два слова, на них сейчас сакцентируем внимание. Порок, лукавство. Порок — это что такое? Поврежденность, да? Какое-то повреждение, испорченность. Помните, мы с вами разбирали, вы хорошо это должны знать, мы часто об этом говорим. Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Порок и лукавство. Вот состояние сердец человеческих, вот каковы мы в глазах Божьих без Христа. Порок и лукавство. Становясь христианами, но не очистив, не осветив себя посредством этой Пасхи Господней, не очищая себя кровью Иисуса Христа, не очищая себя крестом, в нас опять, вот он говорит христианам, друзья, праздновать, да вы хоть празднуйте в воскресенье, хоть в субботу, хоть по-еврейски, хоть по православному, хоть по-пятидесяческому, хоть по-цыгански, как угодно. Но вопрос, мы можем праздновать с пороком и лукавством. Испорченное сердце и лукавое сердце. Что такое лукавое? Это, наверное, то, когда Бог говорит, вы устами своими приближаетесь, но сердца ваши далеки от меня. Это, наверное, то, когда Иоанн Креститель говорит людям, пришедшим к нему креститься, вы по рождению ехиднины. Кто внушил вам таким образом избежать грядущего гнева? Секира лежит у корня дерева. Сотворите достойный плод покаяния. Знаете, если мы думаем, что мы пришли и отпраздновали Пасху, или наш народ, вы посмотрите, сейчас все будут говорить, Христос воскрес. Ну, это здорово, что они так говорят. Но, если это только раз в год, если идея в сердце человека, что я на праздники в церковь хожу, и на этот праздник пришел, и на этот, и даже Страстную Пятницу правильно отбыл, и не ел ничего, кроме хлеба и воды, как положено, вспоминая страдания Христа. Вот вряд ли последняя фраза прозвучит. Отбыл, потому что так положено, а вспоминал ли он страдания Христа, не факт. Но даже если мы и это делаем, вроде все по уставам, но делаем это с идеей, что исполнив это все, мы от Бога отмазались, уж простите мне это слово немножко, грубое, но точное. Знаете, мы сказали правильные слова в правильное время и говорим это регулярно, и таким образом у Бога к нам нет претензий, и мы можем весь остаток теперь жизни жить, как мы хотим. Так вот это лукавство, это когда устами приближается народ, а сердца далеки, говорит Господь. Это беззаконие в глазах Бога. И порок, когда мы внешне жертва правильная, ягненок-то хороший, а в сердце жертва неправильная. В сердце остается порок. Нет, нет такой мысли. Христос, ты моя Пасха, ты заклан за меня. Для того, это дает мне возможность очиститься и исправить мое сердце. Такая мысль должна быть. Но если такой мысли нет, а есть другая мысль, а за меня Иисус умер, так что со мной все в порядке. Мы прячем свою порочность и свое лукавство от Бога, отмазываясь от Него правильной религиозной деятельностью, песнями, праздниками, молитвами, исполнением еще каких-то традиций или постановлений в церкви. То вот это все на самом деле очень неправильно. Так праздновать Пасху. И Павел говорит, будем праздновать не за старую закваску, смотрите, это старое, это образ этого мира. О, мы будем говорить об этом много, об образе этого мира. Вот это старая закваска. Смотрите, закваска, это мы заквашены этим? Это значит, оно в нас вот, знаете, вот, прилипло и тянется за нами, и действует в нас. И что это? Порок и лукавство. Нет, не с этим он говорит, а с чем? С опресноками чистоты и истины. Вот вам другие два слова. Чистота и истина. Есть порок, крайне испорчено, а есть чистота. Очищена совесть, очищен разум, очищено сердце. Есть лукавство. Ну, я сейчас сделаю все, как Богу надо, и это позволит мне теперь целый год до следующей Пасхи жить, как я хочу. Лукавство. А есть истина.
Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа. Он моя Пасха, Он заклан на меня для того, чтобы я теперь жил не во лжи, а в истине. Жил не порочной и лукавой жизнью, а чистой и истинной жизнью. Сам я не мог, но из-за того, что Иисус Пасха заклан за меня, у меня есть возможность исправить свою жизнь, исправляя свое сердце. Давайте мы очень быстро глянем одно очень страшное место в Писании, потому что это пророк Исаия. Поскольку оно страшное, глянем быстро. Потому что это страшно, когда мы не знаем, что Иисус заклан за нас. Правда страшно? Первая глава. Читали когда-нибудь? Вообще, дальше жить не хочется уже. А там дальше еще хуже. Потому что ты настолько осознаешь, что это к тебе, и настолько все тяжело. Бог строгий, строго взыскивающий, потому что Он святой. А вы знаете, что Бог не изменился? Может быть, что-то изменило для нас. Для нас точно что-то изменилось, когда Иисус был распят, но Бог не изменился. И смотрите отношение Бога. Ну, я не буду тут всю главу читать, я просто прочитаю, например, с 10 стиха. «Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимай закону Бога нашего, народ Гоморский». К этому времени Содом и Гомор были истреблены. И Бог здесь не обращается к этим народам. Бог обращается к Израилю, но называет их народом Содомским и Гоморским. Почему? Можете прочитать выше. Но сейчас не будем это делать. Потому что он говорит, вот как они себя вели, еще даже хуже он там говорит. Он там дальше начинает про... Он говорит, сестра Содомия еще правее тебя, чем ты, моя дочь. Израиль, церковь. Я думаю, это к нам имеет отношение тоже. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, агнцев и козлов не хочу». Как так? Как пророк-то осмелился? Это же вообще постановление закона, это так правильно приносить жертвы. Почему он говорит «пресыщен, не хочу, не ходите». Когда вы приходите являться перед лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Ого. Тщетные дары. Может быть, жертва тщетная? Хотя вроде по слову. Курение отвратительно для меня. Речь идет не о вот этом курении, не о табакокурении, а вот это воскуривание, да, и было специальное. Вообще, знаете, что там было? Там жертва – это прообраз покаяния нашего, да, исповедания, покаяния. Вот. Мы изучали с вами ветхозаветные жертвы, может быть, просто кого-то не было тогда, и не помнит это. А когда воскуряли фимиан, то это был образ сегодняшней молитвы. Наша молитва, как фимиан, сегодня поднимается. Я могу вам сегодня перевести, что ваши слова, которые вы говорите, ваши молитвы, которые вы произносите, отвратительны. Вот это да. Как такое может быть, Господи? Ты же слышишь молитву праведника. Во-во, праведника. Ну мы же оправданы. Слава Богу. Значит, он слышит молитвы. Но давайте прочитаем здесь все. «Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Как вам праздничная проповедь? Пророка Исаия. То есть, вся страна в беззаконии, а вы тут праздник устроили во славу Божию и считаете, что этим вы отмазались от Бога. Беззаконие и празднование. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, а не бремя для меня, мне тяжело их нести». Вообще это очень невесело, то, что я сейчас читаю. Что он дальше говорит? «Когда простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда умножаете моления ваши, я не слышу». Почему ваши руки полны крови? Почему вдруг Господь сказал, отвращай, отвратительно, то есть он отвратился, отделил себя, потому что он святой. Он говорит, ты приходишь с руками, в руках кровь, в руках беззаконие, нечистота, воздеваешь эти руки ко мне, а я святой. Я отделяюсь от этого и уже просто не слышу. И дальше он говорит, 16 стих, смотрите, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Легко сказать. Помните
позапрошлое служение и проповедь, да, которую проповедовал о добре и зле, кто был. И мы с вами видели, что практически нереально, мы под проклятием, да? Мы хотим доброго, а злое тоже у нас проявляется. А Бог-то не изменился, это мы стали грешниками, которые живут вот под проклятием этого плода с дерева познания добра и зла. И у нас и доброе, и злое. Мы тут же и Иисуса благословляем. Вот завтра на Украине миллионы людей восхвалят имя Господа. И не только в храмах, на улицах, потому что они будут говорить: «Христос воскрес, воистину воскрес». И эти же самые люди в течение дня, сколько злословия друг на друга, и в том числе и на Бога скажут. Ну разве нет? Ну ладно, люди этого мира, а верующие разве нет? Сегодня брат Алексей очень хорошо сказал, что тут у нас не понять, кто верующий, кто неверующий. В определенном смысле мы все верующие. Многие люди знают Христа. В Украине Слово Божье возвещено всем. В той или в другой традиции, мы же не делим на традиции, но люди обращались, люди молятся, люди принимали Христа, люди крестились во имя Иисуса Христа. А чего ж тогда столько беззакония? И Бог говорит, Он же говорит это к народу, который знает Бога, говорит: омойтесь, очиститесь. То есть Бог не поменялся, Его стандарт чистоты и святости не поменялся. А мы, страшное дело, мы попали в ситуацию, когда мы, оказывается, грязные, нечистые. Нам бы надо делать добро, но мы творим зло, а потом приходим с этим и попадаем в проблему перед Богом. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот тогда придете и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. А чего они красные? А вот эти вот руки полны крови, да, он говорит. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Если отречетесь и будете упорствовать, меч пожрет вас. Кстати, более расширенный перевод здесь говорит о том, что придет враг. Имеется в виду, вот меч пожрет, это придет враг и войною и мечом уничтожит весь народ. За что? Руки полны крови, беззаконие и празднование. Можем ли мы что-то понимать вообще, почему войны происходят на земле? Почему вдруг как так Бог позволяет, что какие-то появились страшные зеленые человечки и напали на нашу страну? Как такое получилось? Бог предупреждает. Если вы послушаетесь то, что я говорю, будете вкушать благо этой земли. А если будете упорствовать, ну мы же все ж христиане. Да, но какие мы христиане? Пасхальные христиане? Или какие мы? Рождественские, да? Или поистине? С лукавством и пороком или... С чистотой и истиной, как Павел нам говорит. И здесь же смотрите, пророк Исаия об этих же вещах. Очистите, очиститесь. То меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Ну и, конечно же, здесь очень все сурово. Дальше он здесь говорит об очищении, что серебро твое стало изгорью. И он говорит, вот мне нравится очень 25 стих, вот здесь уже обетование есть. «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь». Смотрите, что Бог хочет сделать. Вот это все звучало еще до того, как Иисус Христос пришел на эту землю и стал нашей Пасхой. Поэтому не впадайте сейчас в панику. Но Бог такой, Он так сказал. Но Он еще что-то пообещал там. Еще до того, как пришел Иисус Христос и стал нашей Пасхой, Он пообещал: но раз вы такие, что я буду делать? Вот что я теперь буду делать с вами. Если бы мы, знаете, могли так легко исполнить то, что Бог сказал: очиститься, осветиться, порок убрать из сердца, лукавство убрать из сердца, дела злые перестали делать, потому что решили и перестали, и пришли пред Бога такие святые, и тогда Он примет нас. Это так мог бы сработать закон, если бы мы были способны исполнить закон. И мы бы пришли к Богу на основании праведности через закон. Бог, мы очистились, осветились, все сделали правильно, принимай. Но уже тогда, говоря это все, Бог понимал, мы не способны. Мы не способны, потому что это закваска. Она проквасила все. Вот попробуй, вот возьми хороший борщ, брось туда маленькую капельку дрожжей. А потом, когда она все вкиснет,
Попытайся теперь что-нибудь сделать, чтобы отделить эту закваску, а борщ снова стал хорошим, и муж кушает с удовольствием. Невозможно. Вот так где-то и для нас, понимаете, невозможно. И тогда Бог обещает, обращу на тебя руку мою, вот что Он хочет сделать. Вот он суд приходит, вот оно действие, вот вмешательство Божие. Говорит, все, рука моя пошла. Ох, она будет тяжела в какой-то момент. А в какой-то момент она же будет поддерживать. И мы должны понимать, это нам надежда вообще здесь. Вот до 20 стиха это безнадега для нас, чтобы вы понимали. Ну, я так вообще воспринимаю, если ко мне это применять. Думаю, вы в таком же состоянии. Но вот здесь надежда. Бог сказал, руку обращу, и как в щелочи очищу с тебя примесь, вот то повреждение, да? Тот порог. И отделю от тебя все свинцовое. Очень интересно, что в Библии есть два вот этих образа. Серебро, написано, что Слово Божье, истина, это серебро. Вообще знаете, что серебро обладает удивительным свойством, оно дезинфицирует все. Вот берут серебро, кладут в воду, почему даже освящают серебряным крестом? То есть серебро в воду кладут, и оно действительно там все бактерии убивает, поэтому есть всякие прибамбасы сегодня продаются за большие деньги, фильтры с серебряными там какими-то штучками. Это полезная вода. А свинец? Это яд страшный. Это страшный яд, который не выводится из организма, чтобы вы знали. Это тяжелые металлы, которые оседают и просто уничтожают человека изнутри. Вот так же, как эта закваска порока. Или Слово Божье чистое, как серебро. И он говорит, серебро твое очищу, свинцовое, ядовитое все, нечистое, удалю из тебя. Аллилуйя! И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Аллилуйя! Бог пообещал, что Он это сделает. И когда же Он это сделал, мы знаем. Для того, чтобы это исполнилось и была решена та проблема, которая между нами и Богом была в начале, Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа на Голгофский крест. Вот что значит Христос. Пасха, заклан за нас. Давайте еще раз вернемся и в свете этого рассудим. Еще раз вспомним, да, это место. 1 Коринфянам 5 глава. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Почему вдруг это стало возможно? Почему мы читаем этот же призыв у пророка Исаии, понимаем, что это для нас невозможно, но сегодня Павел говорит, делайте это. Мы думаем, вот посмотрите, где лукавство и ложь, я хочу это разрушить вообще в христианах. Я хочу кричать об этом в церкви. Христиане, давайте перестанем быть лукавыми перед Богом. В том, что мы думаем, из-за того, что Иисус умер за нас, мы можем теперь оставаться такими, как были, со старой закваской. Это безумие для нас, родные. Иисус как раз для того и умер, чтобы мы были бесквасны, чтобы удалить эту закваску. Какая же великая глупость для христианина принять Иисуса Христа как своего Господа не для того, чтобы посредством крови и креста очистить старую закваску и стать опресноком чистоты и истины, а использует Христа, Его благодать и Духа Святого для того, чтобы от Бога спрятаться за крестом и остаться в пороке и в грехе. Безумие это, родные. Не так ли? Потому что грех же тебя будет убивать. Но Бог же ко мне не имеет претензий, потому что Иисус умер. Так вот, раз Бог не имеет претензий, в отличие от того, что мы читали в Исаии, беги теперь, родной, к Богу. Раньше Он мог принять тебя только когда ты сам очистишься, но теперь Он говорит, Иисус Пасха, Иисус заклан за тебя. Поэтому у тебя есть возможность очиститься, стать таким, каким мечтали стать евреи. О Боже, сколько евреи трудились над своим очищением. Знаете, не надо уничижать то, что делал Израиль. Я не думаю, что сегодня какая-нибудь находится христианская церковь, которая так усердна в своих жертвах, в своем времени, для того, чтобы угождать Богу, как ортодоксальные евреи. Вы вот съездите в Израиль и посмотрите, как живут ортодоксальные евреи. В аэропорту один молодой парень, с пейсами, ортодоксальный еврей. В Киеве здесь, рейс еще на Израиль, а у него пришло время молитвы.
И у него эти коробочки на лбу, коробочки на руке, и он, не обращая внимания ни на кого, начинает. Эту размотал, положил, помолился, что-то сказал. Эту размотал, положил, помолился. Вытащил назад, намотал, помолился. Опять. Я подумал, Боже, это даже запомнить этот весь ритуал сложно, а исполнять еще прилюдно. Неважно, кто как смотрит. Для людей это для идиотизма, он перед Богом. О Боже, как они ревностно служат. Вы попробуйте только зимой и летом одним цветом ходить. В одной черной одежде, как ходят ортодоксы. Когда жара 50, вы походили бы так. Там ходишь в майке и не знаешь. И я на них смотрю в этих шляпах, в этих их черных одеждах. Ради Господа. Они были очень усердны. Сегодня остаются очень усердны. Но не могут добиться цели. А нам дана Пасха. Иисус Христос. Заклан за нас. Почему вы бесквасны? Да потому, что написано, Пасха наша, Христос заклан за нас. Не потому, что вы переплюнули праведность фарисеев. Да не переплюнули мы ее, мы до нее не дотягиваем. Нам как пешком до Китая, до праведности вообще. Та, которая требовалась законом. Но даже она никого не спасает. А нам такой дар благодати. А за нас принесена совершенная жертва. А ну-ка бы сейчас, каждый год ты бы приносил вала для того, чтобы здесь колоть и просто сжигать на костре пред Богом. Весь год бы копил бы, откладывал зарплату, еще неизвестно, накопили бы мы на быка. А тут сжечь просто. И это не одно, не единственное жертвоприношение, которое надо сделать во очищение грехов. С нас сняты эти бремена. И даровано такой подарок. Не любящий ли отец? Мы говорим, ой, какой страшный Бог. Да не любящий ли Бог? Он нашел, как для нас, как за нас решить эту проблему. Иисус Христос идет на крест. Он наша Пасха, Он жертва за нас, Он заклан за нас. Этот пасхальный агнец. И теперь из-за Него мы имеем возможность приходить к Богу, как мы говорим, такие, какие мы есть. Но для чего? И мы думаем иногда, чтобы получить все, что нам надо, попраздновать, повеселиться и оставаться такими же. Ложь. Это безумие, родные. Нам дана прекрасная возможность, приходя к Богу, получить то, что Он обещал. Если грехи ваши багряные, смою. Если руки полны крови, кровь Христа, обратись к крови Христа. Она говорит лучше, чем кровь Авелева. Украина, тебе не надо платить сегодня жизнями твоих лучших сыновей и дочерей за тех, кого ты убила когда-то на этой же земле. Из своих же, или там из еврейских, или еще из каких сыновей и дочерей. Тебе сегодня можно прийти и взять кровь Христа. Иисус, Пасха, заклан за нас. Прийти и просто сказать Отцу, Отец, во имя Иисуса Христа прикажу к Тебе. И на основании крови Иисуса Христа признаю, нуждаюсь в очищении. Мои руки полны крови. Если бы не Христос, гнал бы нас Бог руками не только русских, а всех, кого угодно. Там написано, если будет читать Исаия, даже бы остатка бы не осталось, но только по милости Бог оставлял маленький остаток всегда. Потому что знал, если применить весь суд закона, ни одна душа не выживет. Но поскольку Христос должен прийти и спасти их всех, оставался этот остаток. Мы потеряли страх Божий, родные. Мы обнаглели перед Богом. Мы как народ, мы как люди. И часто мы как христиане. Нам надо вернуться в благолепие перед Богом. Нам надо вернуться в благоговение перед жертвой Христа. Принести истинное понимание, что значит Пасха. Христос – это возможность стать новым творением во Христе. Это возможность очиститься. И тогда мы соглашаемся, да, я не хочу быть с этой старой закваской. Да, Господь, я хочу очиститься от этого порока, от этой лукавства. Я хочу быть этим новым тестом через Иисуса Христа, новым творением. Забери мое каменное сердце, лукавое, порочное. Дай мне новое от Христа. Какое? Чистое, истинное. Вот для чего Пасха дана, чтобы мы стали другими, а не для того, чтобы мы попраздновали, повеселили, и у Бога к нам нет претензий. Разберитесь внутри себя, христиане, с этой проблемой. Удалите всякое вот это лукавство перед Богом. Я буду ходить перед Богом, Он меня не будет трогать. Горе нам, если Он нас не будет трогать. Если Бог нас трогает, если рука Его простерта на нас, и Он наказывает нас, значит, мы Ему родные дети, значит, Он любит нас. Это чужих Он не трогает. Не завидуйте тому, кого Бог не трогает в жизни. Это несчастные люди.
радуйтесь в испытаниях и в скорбях, вы счастливы. Это Бог нас очищает. А как вы думаете, там Исаия говорит, щелоком очищу? А вы думаете, щелок это вкусно и приятно? Смешно, да? Знаете, когда ребенок грязный приходит с улицы, и ты начинаешь мыть ему голову, мыть уши, ох, он орет. Особенно если виход. Ты ему говоришь, терпи, потому что у тебя коленки и локти такие, и нос такой, что надо уже просто тебя драить. А, мне больно. Надо было лазить, где попало. Можно было плекшее мыться. Чем дольше мы лазили, где попало, чем глубже в нас закваска порока и лукавства, тем больше щелока надо. Тем жестче виходка надо. Видели щетки, которыми лошадей или скот чистят? Видели? Скребки. Некоторым нужны из нас скребки. И мы кричим, о нет, отойди от меня, сатана. Бог любящий, он не должен меня трогать. Бог любящий, поэтому он не позволит нам оставаться с закваской порока и лукавства. Потому что с этой закваской нам нечего делать в вечности. Разве что бегать от Бога всю жизнь. И вечность для нас будет озером огненным. И он нас драет и драет и драет, очищает. Для чего? Чтобы мы были бесквасны. Со признаками чистоты и истины. Аминь? Аминь. Что здесь мы можем, кроме понимания и расположения сердца? Мне очень нравится, как Давид это понимал и делал. Это просто для нас образец, и это для нас форма, как нам молиться и что нам вообще. Это вещи, которые мы можем делать из-за Иисуса Христа. Наше искреннее обращение. Ну, много тут можно приводить примеров. Я один 18-й псалом вам прочитаю из этого псалма. Регулярно читаешь псалмы и видишь, как много в псалмах есть и правильной молитвы к Богу, и также обетований Божьих. 18-й псалом. Смотрите отношение сердца Давида, это псалом Давида. Давид был очень интересный царь. В отличие от всех других царей, он был царь, которого Бог более всего чистил. Это самый беглый царь из всех царей. Это самый царь, которому больше всего доставалось от врагов, которому больше всего приходилось прятаться, скрываться, плакать. Его все царство какое-то непутевое, ну, по образу этого мира. А по образу Божьему это муж по сердцу. Это истинное правильное царство. И уверяю вас, от временных царей этого мира Давид в своем царстве, он не только лишь стал царем видимого Израиля, уверяю вас, он приготовлен Богом как царь в вечности. Когда мы войдем в вечность, мы увидим также Давида, царствующего. Поэтому Бог так серьезно им занимался. Это Саул был на время царь. И он так, попророчествовали ему, у него сразу помазание понеслось, всех победил сразу, а Давида нет. Сколько он лет? 20? Кто знает, больше? Бегал, потом чуть-чуть поцарствовал, и потом опять бегал еще от собственного сына. И вот, смотрите сердце Давида, смотрите его отношение, понимание, когда Господь очищает нас. С 8 стиха. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Для нас закон Господа страшен. Упаси меня, Господи. А он говорит, совершен, укрепляет мою душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Не все из нас такие мудрые, что, знаете, могут хорошо разбираться в законе. Но откровение Господа даровано, представляете? Даже до самого человека, ну, неграмотного, недалекого, как говорят, в интеллектуальном плане придет откровение Божие и сделает его мудрейшим, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Твое сердце веселят повеления Господа? Иногда, пусть всегда веселят. Это праздник. Бог мне что-то повелел делать. Аллилуйя! Слово Божье мне что-то говорит. Аллилуйя! Они веселят сердце. Вот у Давида было так. Пусть для нас так же будет. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Ты от заповеди Божьей во тьму бегаешь? Или наоборот, ходишь во свете, подобно как Он во свете, чтобы кровь Иисуса очищала нас от всякого греха? Во свете надо ходить. Теперь смотрите, страх Господень чист, пребывает вовек. Мне часто приходилось у христианской церкви, особенно вот сегодняшней церкви, вообще слышать, что страха Божьего никакого уже нет, у нас же любовь. А тут написано, пребывает вовек. Бог не изменился. Любовь нам дана для того, чтобы мы могли жить в страхе Божьем и не умереть.
а еще и радоваться. Любовь Божия нам дана, чтобы нас святость Божья не убила, а осветила и сделала нас подобными Богу. Заповедь Господня светла просветляет очи. Так, страх Господень честь пребывает вовек. Вот, суды Господни, истина, все праведны. Аминь. Все суды Божьи праведны. Если пришел суд в церковь, если пришел суд в страну, это правильно. Так нам и надо, Господь, это для нашего очищения. Аллилуйя. Если в жизнь какого-то человека пришел суд, надо еще помолиться и подумать, Господи, молиться ли тебе, чтобы не судили, или сказать правильно, это его очистит и спасет. А то мы хотим спасения родных и близких, но не хотим суда. Но мы с вами недавно разбирали эту тему, что если не будет суда, тогда и милости не будет. Не будет суда, покаяния не будет. Сегодня Бог явил свои суды в церковь, явил свои суды в народ, и Он смотрит реакция. Покаяние, на колени встаем, ищем очищение, или прикрываемся Христом, Пасхой и прячемся, и хотим остаться прежними. В зависимости от того, что мы делаем на суды Божьи, будет дальнейшее действие в нашей жизни. Или также будет отвратительно все наши жизни праздники, либо примет нас и назовет своим праведный народ, святой народ. Мы выбираем, как реагировать на Бога. Суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Кто из нас так думает о судах Божьих? Вот тебе предлагают на блюдечке, на одном золотое кольцо, на другом суд Божий. Ты, ой, кольцо, золото и руда, о, суд Божий. Что-то так мы обычно не делаем. Ищем чего-то другого. А Давид, смотрите как. Вы думаете, Давид здесь, ну, как бы... ерунду какую-то говорит, или лукавит, или ерничает. Нет, он говорит свое то, как он думает. Вот, знаете, поскольку у Давида очень много псалмов, и я вижу в его псалмах, он может и поплакаться Богу, и пороптать, и поругаться, и попроклинать, чего не следует делать своих врагов, а потом покаяться за это. Я понимаю, что Давид очень искренний человек. И когда он говорил, суды для меня сладки, драгоценны, то это так и есть. Пусть для нас это будет так же. И раб твой охраняется ими. Чем охраняется? Судами. В соблюдении их великая награда. Сама великая награда, то, что я попал в этот Божий суд, я в нем себя соблюл, то есть я позволил этому суду, этой заповеди, этому действию Божьему очищать меня. Вот это великая награда, я становлюсь чище, закваска уходит, чистота приходит, порок уходит, приходит истина, великая награда. И дальше смотрите вот то, что я предлагаю вам просто иметь постоянно как молитву. Два простых стиха. Можете их выучить наизусть, говорить от своего сердца. Первое, 13 стих. Кто усмотрит погрешности свои? Кто из нас может вообще свою порочность и свое лукавство распознать? Не обольщайтесь. Некоторые говорят, я знаю, за мной ничего нет. Бог найдет. Кто усмотрит погрешности свои? И дальше он говорит, от тайных моих очисти меня. Есть тайные погрешности, скрытые, тайные, неявные. Есть вещи, которые явные, мы знаем. Здесь лажа у нас, здесь мы порок, здесь у нас лукавство. Есть то, что мы не знаем, но оно может быть. И тогда простое обращение к Богу, доверчивое обращение ребенка, никакой особой теологии, никакой особой мудрости. Простая вещь, Господи, то, что ты тайное во мне видишь, очисти меня от этого. Не хочу иметь даже тайную, даже потаенную нечистоту, порок и лукавство. Не хочу. Очисти меня. Аминь. И второе, 14 стих. И от умышленных удержи раба твоего. То есть умышленные, которые мы понимаем. Мы понимаем, это грех, как брат Вадим. Понимаю, что это грех, но как-то вот силы нет, как-то лукавство. А давай, Бог, ты меня так освободишь в коматозном состоянии. Я с утра проснулся, такой чистый, светлый, не курящий, бритый, умытый, носки не пахнут. Нет, родной, тебе нужно пройти путь. Пасха, Христос, заклан за вас. Брат сегодня показывал, какой путь проходил этот наркоман. 8 месяцев до крови сражался. Да? Ну, если вы слышали то, что брат читал.
и получила свое освобождение, очищение. Почему? Почему наша борьба обречена на победу? Потому что Христос наша Пасха, аллилуйя! Ты победишь против греха, ибо дьявол уже побежден. А зачем с ним воевать тогда? Чтоб ты был победителем таким же, как Иисус. Без войны нет победы. А как победитель ты будешь такой же наследник, как Иисус. В ту же славу войдешь, как Иисус. Аллилуйя. Поэтому умышленный, удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. То есть я понимаю, что это грех, я с ним борюсь, но он же может возобладать надо мною, где я слаб, где я не пободрствовал. Удержи меня, Господи, на путях твоих. Простая молитва, простая. И Давид, молясь вот этой молитвой, смотрите, к чему пришел. Тогда, в результате этого всего, смотрите, я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот цель Пасхи. Смотрите, опять же, порок и нечистота. Непорочен буду и чист буду от великого развращения. В этом мире великое развращение. А в последние времена еще более тяжкие. Написано, что нечестивые будут преуспевать во зле. Сегодня зло такие избирательные формы находит. Великое развращение. А Давид говорит, а я буду непорочен и чист. И моя Пасха, Христос, совершил во мне это очищение, освободил меня от этого порока, и я бесквасный. Закваска ушла, новое тесто, новое сердце, новая структура. И я прихожу пред Бога, падаю в Его объятия очень легко. Он меня принимает. Почему? Чист. А если где-то есть кровь на руках и что-то еще неправильное, то мое расположение сердца не с пороком и лукавством, а мое расположение сердца, верю в Пасху, прихожу не на основании своей чистоты, на основании жертвы Христа. Господи, и если есть какая нечистота, Он говорит, как снег убелю. Как снег убелю. Мы никогда себя не сможем отдраить так, чтобы мы там, на небесах, были подобны тем, кто в белых одеждах. Но Бог это сделает. Из-за кого? Из-за Иисуса Христа. Наша Пасха, Христос, заклан за нас. Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, возлюбленные, употребляйте жертву Христа по назначению. Ибо это, есть ли что более омерзительно в глазах Бога, чем оскорблять Духа благодати и уничижать жертву Иисуса Христа и попирать кровь завета, чем неправомерным, незаконным употреблением, чтобы вместо того, чтобы иметь жизнь вечную в Боге, отгородиться от Бога для вечной погибели. Абсурд. Глупость. Да не будет с нами этого. И объясняйте это. Объясняйте это своим родным, знакомым христианам. Христиане многие эти вещи не понимают. Возможно, даже вот кто-то сегодня меня слушал, и вы так не понимали до конца. Но Бог вас благословляет и дает вам откровение истины. Объясняйте это другим. Объясняйте это тем, кто почитает себя христианами. Слава Богу, что они упоминают имя Христа. Так объясните им истинную сущность Пасхи, что нам дана Пасха для нашего очищения и освящения. Мы так же думаем, как Бог ее дал. Для этой же цели ее хотим употребить. И сегодня мы принимаем вечерю Господню. Иисус наша Пасха, поэтому у нас нет куличей никаких и даже нет шашлыка. Ну, кстати, куличи бывают вкусные, можете кушать их, вообще не проблема. Шашлык тоже можете кушать. Но Пасха наша – Христос. Он заклан за нас. И Он пролил кровь свою, и Он отдал тело свое. И что Он сказал нам? Вот этот хлеб. Почему мы употребляем пресный хлеб, теперь понимаете? Оно не так важно, пресный он или не пресный хлеб. Важно мы, пресные или не пресные. Но чтобы этот образ уж был по-настоящему, библейским образом, это пресный хлеб. Вот в этой маце, которую готовят, да, евреи, они неспроста ее так готовят. Здесь только вода и мука. Поэтому он не сильно вкусный, а мы не ищем услаждения себя в Пасхе Христовой. Мы ищем угождения Христу, и тогда Он делает в нас то, что становится сладостным. И суды, и законы, и обличения. И вино или виноградный сок, брожение, переброженный или не переброженный, это
может быть по-разному. Прообраз крови Иисуса Христа. Это жертва, закланная за нас. И давайте перед тем, как вы будете принимать, я буду молиться, вы будете принимать это святое причастие, тело и кровь Иисуса Христа. Давайте мы помолимся вот этой Давидовой молитвой. Хорошо? Я думаю, что это хорошая молитва. Вы можете повторять за мной. Скажите: Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Иисус Христос, моя Пасха, заклан за меня, чтоб я был бесквасен, чтоб я был очищен от закваски порока и лукавства. Именно для этого я прихожу к Тебе, Господь, чтобы очиститься от всякого порока, освободиться от всякого лукавства, быть этим чистым опресноком, жить перед Тобой каждый день, празднуя в чистоте и в истине. И поэтому я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, от тайных моих очисти меня. Если Ты находишь в моем сердце какие-то скрытые пороки, обнаружь их и очисти меня. Примени Твой щелок. Пусть он пройдет в глубину моего сердца и очистит меня от тайных пороков. И от умышленных моих удержи меня, чтобы не возобладали мною. Потому что я многое понимаю о своей неправде, но немногое могу с этим сделать сам. И мне нужна Твоя сила, Твоя помощь, чтобы удержать меня на путях правды, на путях истины, на путях очищения и быть непорочным, быть чистым от великого развращения. Производи этот труд во мне. Ибо для сего пришел Христос и отдал Себя на крест. И я принимаю Христа как этого пасхального агнца и покоряюсь действию крови и тела Иисуса Христа на мое очищение и освящение. Благодарю Тебя, Иисус, за Твою жертву. И через этот хлеб и вино принимаю внутрь Тебя. Ты моя Пасха. Ты умер, но Ты воскрес. Чтобы во мне умерла старая закваска. И мне воскреснуть в новую жизнь. Славу Бога Отца, силою Святого Духа и во имя.